Всем привет, я Владислав Буря, международный эксперт-курортолог. Сейчас нахожусь на курорте Виши во Франции. Приехал сюда несколько дней назад для изучения особенностей курортного лечения на курорте Виши. Значит, хотел бы немножко рассказать о том, как здесь проводится лечение. Курорт Виши небольшой, и здесь расположено три крупных термальных комплекса. Это комплекс Термес де Виши Лес Домес. Он расположен в центре курорта. Там проводятся термальные процедуры на основе термальной воды и лечебной грязи. Этот термальный комплекс очень крупный, и он подсоединен теплым крытым переходом к отелю Меркюр, к четырехзвездочному отелю Меркюр. Все гости Меркюра проводят в этом термальном комплексе лечебно-оздоровительные процедуры. Также в этом термальном комплексе есть и термальный бассейн. Второй крупнейший комплекс расположен недалеко от первого. Тоже крупный достаточно, и туда приезжают в основном французы по социальным путевкам. Этот термальный комплекс не очень популярен среди других гостей курорта, именно в связи с тем, что в основном он ориентирован на социальных, так сказать, туристов, граждан Франции. И третий термальный комплекс является собственностью отеля «Целестин», и он подсоединен к нему теплым крытым переходом. В этом термальном комплексе проводятся как классические термальные процедуры, водные процедуры, лечебные грязевые аппликации, так и проводятся процедуры, направленные на оздоровление и детокс. Что касается качества проведения процедур, я скажу, что в каждом комплексе они достаточно качественно проводятся, то есть тут различий никаких нет, но по комфортабельности и вообще по обстановке мне больше понравился термальный центр, который относится к отелю «Целестин». Если вы приезжаете на курорт Виши и проживаете в любом другом отеле, вы можете посещать как термальный комплекс отеля «Целестин», оплачивая дополнительные процедуры, так и термальный комплекс «Термес де Виши Лес Домес». Что хочу сказать по питьевому лечебному курсу. Здесь на курорте Виши есть 5 термальных лечебных источников. Они сгруппированы вот в одной центральной курортной колоннаде, в которой я сейчас нахожусь. Вы эти источники можете видеть за моей спиной. Сейчас как раз подходят люди для прохождения питьевого лечебного курса. Вода очень эффективная, и я вот тут разговаривал с некоторыми туристами из России, они говорят, что эта вода им помогла лучше, чем термальная вода Карловых Вар, и даже лучше, чем минеральные воды курорта Рогашко-Слатины. То есть люди приезжают вот теперь только на курорт Виши для прохождения питьевого лечебного курса. Питьевой лечебный курс назначается только врачом. Более того, вот в этот комплекс питьевой, в эту лечебную центральную питьевую галерею вы просто так не попадете, только по карточке, которая выдается в отеле, в котором вы проживаете после консультации с термальным врачом. Тут, кстати, даже врачи себя называют не курортологами, не курортными врачами, а термальными врачами. Но здесь есть источник «Целестин», это слабоминерализированная вода, 22-24 градуса Цельсия, ее можно пить без назначения врача, и к ней есть доступ вот с противоположной стороны питьевой галереи, там вход свободный. Курорт очень сильный, как и по лечению, так и по различным другим оздоровительным процедурам. Очень сильно развито направление детокса, очень сильно поставлена диетотерапия, поэтому моя оценка этому курорту на самом высоком уровне, то есть я его очень оцениваю положительно. Реально сильный, качественный курорт, и я считаю его одним из самых лучших курортов мира.
мне есть чем сравнивать, потому что я 5 лет проработал на термальных и минеральных курортах Чехии, Италии, Литвы, Венгрии, Словакии, Словении. Французский курорт Виши, я считаю, в топ-5 самых сильных курортов Европы. Приезжайте на курорт Виши для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и для общего оздоровления. Удачи, здоровья вам, дорогие друзья!